Мы набираем с вами 46 петель на бросовую нить. Провязываем 12 рядов по прямой. После этого делаем убавку на 1 треть, минус 1 треть петель. Провязываем 4 ряда, снимаем на брусовую нить, делаем минус 1 треть петель, провязываем на брусовую нить. И этот алгоритм мы будем повторять и для головы, голова будет круглая, и для тела. Оно будет длинненькое, несмотря на то, что вязать будем по одной схеме. 46 петель, 12 рядов по прямой. Сейчас нам надо убрать 1 треть петель. Для этого снимаем на брусовую. И надеваем обратно за минусом 1 треть петель. 1 петля, 2 петля и 3 на вторую. 1, 2 и 3 на вторую. То есть мы убираем каждую третью петлю. Четыре ряда провязываем. 4 ряда. Снимаем. Вот одну оставлю, а со следующей начинаю по 2 петли на одну углу. Одна, потому что у меня идет на сшивание. 2. У нас уже есть провязанное полотно. Делаем стяжку на 1 треть. Убираем 1 треть петель. По этой же схеме, только мы переворачиваем схему, и получается, что мы убираем с другой стороны вязания. Когда мы шарик набьем, он получится кругленький. Это голова. Голова готова. Делаем тело. Заяц Дед Мороз в красной шубке. Набор делаем косичкой. Готова. Так, это часть животика, которую мы делаем по ровно той же самой схеме. 2 ряда. Делаем убавки по уже известной схеме. На 1 треть, на 1 треть и пополам. Сейчас единственное отличие от головы в том, что мы провязываем 10 рядов. Это воротничок пальто или свитера. На всех иглах 10 рядов. Можно закрыть. Здесь уже не на нить рабочую, а обычное закрытие. Любым удобным для вас способом. Довязали. Теперь переворачиваем вверх ногами и начинаем надевать на иглы по такому же принципу. Раз, два и три. Раз, два, третья на сборочку.
набили набивочным материалом. У меня это холофайбер из самой дешевой подушки. Тело зайчика. У нас получается заготовка, которой мы должны приделать шапочку, ушки и носик. Шапочка Деда Мороза, 20 игл. Это рулик, подгиб, который будет загибаться, создавая опушку шапки. Можно было белым, но у нас белый зайчик и белая опушка будут сливаться, поэтому шапка целиком красная. И теперь начинаем делать убавки. Колпачок готов. Ушко 8 игл любым способом. И убавляем каждые два ряда по краям. Готово. Закрутилась рулик, убираем ниточку, и получается совершенно чудесное ухо. Можно нарисовать, можно приклеить. У меня пуговка, носик и глазки от кукол. Берем на палец ниточку, несколько оборотов. Развернули восьмеркой, прошили сверху носик, глазки и нарисовали ротик. Зайчик готов.